До Никеи идея логоса, популярной философии, была благоприятной почвой, вот эта идея логоса, логос, логос, была благоприятной почвой для арианского учения. Я вам уже сказала, что фактически арианское учение, оно присутствовало в скрытом, завуалированном виде. Арий просто высказал это. Христианство находилось между иудейством и эллинизмом, и вопрос о Христе был запутан и неясен. Учитель, учитель, учитель. Но Христос не просто учитель, а наша жизнь. Мы говорили об этом. Он есть Бог в человеке, в человеке. Он не есть учение о нетлении, а само нетление. Афанасий Великий, он был маленького роста. Маленький, великий Афанасий. Он сформулировал это таким образом. Христос вочеловечился, чтобы мы обожились. Это искусство эллинской культуры очень, и римской культуры. Выражаться очень кратко. Вочеловечился, чтобы мы обожились. Природа спора. Взгляды Ария. Монотеизм. Монотеистический принцип. Мы с вами уже понимаем, что очень трудно было оторваться от монотеизма. Ой, слов моих нету. Разве не сам Бог говорил, чтобы не было других богов, что только один Бог? Вы понимаете? Во что верил Арий? Есть только один безначальный. А сын имел начало. Есть логос, присущий Богу, надмирный разум. Но у Бога есть логос, то есть надмирный разум. И есть различие между воплощенным логосом, то есть сотворенным. Но он избран Богом за заслуги, назван Сыном Божьим ввиду будущей славы и заслуживает поклонения людей. Такое понимание Сына Божьего. И он опирался на следующие места Писания. Притча 8.22. Это нужно смотреть. А вот Лука 18.19. Никто не благ, как только один Бог. 18.19. Иоанна 5.19. Сын ничего не может творить о себя, если не увидит Отца Творящего. Иоанна, а потом 14.28. Отец мой более меня. 1 Коринфянам 15.28. Сам Сын покорится покорившему себе все. А это 14? Это 1 Коринфянам 15.28. Потом еще вот этот вот Марка 13.32. «Одне же том не знает никто, не ангелы, только Отец мой Небесный». Я тоже не знаю «одне том». И вот они как раз и говорят свидетелям. Да. Он не Бог. Да нам... ну, в общем, вот есть места в Писании, которые... И так он приткнулся, потому что он... Или глаза были удержаны его, он не видел. Или христианство того времени не видело, что он, Христос, Спаситель наш, обнищал ради нас, отказался от многих своих привилегий, которые он имел у Отца, смирился до смерти крестной. То есть это была часть нашего спасения. Вот это была оппозиция, такая была позиция арианства. Возникла в Александрии, в этом прекрасном городе, богатом, где была школа первая. Но сам Арий, он был родом из Антиохии. Я хочу вам сказать, Александрия и Антиохия
Противоположение этих двух городов приведет к великой трагедии впоследствии возникновению монофизитства. Страшные тоже ереси, но это позднее. Но Антиохия стоит на почве реальности. Антиохия недалеко от Иерусалима, на той земле, где ходил Христос. Поэтому она всегда близка к пониманию человеческого естества Христа. Александрия – центр философии. Поэтому всегда в Александрии будут господствовать идеи божественности Христа и сверхъестественности его, и философского понимания его явления, идеи логоса. Это все Александрия будет. Понятна разница? Человечность – это вот где арий родом из Антиохии. То есть спор был в Александрии, но фактически спор был между Антиохией и Александрией. В Александрии был пресвитер Александр, и он возразил арию. Что ты такое говоришь, когда арий проповедовал на эту тему? Но идеи эти разнеслись. И вы знаете ли, что огромное количество христиан восприняло арианство легко-легко. Идея одного единого Бога и чудесного его Сына Христа, который благословлен им, ему силы даны. Но помните динамическое это монархианство? Он особенно одарен Духом Святым. Или даже севелианство, то есть он какую-то вот роль сына исполняет какое-то время. Поэтому... Модализм. Это все понятные идеи. Тем более, что это все воспитанные на греческой философии, где идея полубога, очень понятна. Ахиллес, Геркулес – это не боги, но это могучие люди, особенно одаренные. Понятно? Популярная идея, понятная идея, очень быстро распространялась. Еще арии стишки на песенки перекладывал, стишки пели, мы с вами уже говорили. И матросы, и торговцы, и в банях распевали эти стишки. Я хочу сказать, это был всеобщий богословский интерес. И богословие развивается тогда, когда оно захватывает огромные массы людей. Интересно им это. Был историк, значит, Евсевий, Созамен, я его имя упоминала, а еще был историк Сократ. Не путать с философом Сократом. Мнение историка Сократа, который был на этом соборе, какое мнение он высказал? Хотя спор продолжался еще лет 30 после собора, он был похож на ночную битву, когда никто не видит ясно позиции, которую атакует. Обе партии истинно верили в одного Бога в трех лицах, но никто не знал, как это сказать. Замечательно. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. А вот вам мнение Первой Церкви. Кто-то высказал подобное мнение. Один верующий, пострадавший во время преследования, сказал: «Христос и его апостолы не учили нас искусству спора, но чтобы мы хранили свой разум простым, верой и добрыми делами». Это мнение той части церкви, которая была до собора, простая вера христианская. Эта мысль очень гениальная здесь высказал наш брат, что христианская вера не нуждается в философии. Понимаете как? Другое дело, что мы должны уметь объяснить себя. Вера и разум, многие вещи нам нужно поразмышлять, чтобы Писание лучше понимать. Но очень правильно мы делаем, когда новопришедшего в церковь мы не обрушиваем на него все богословия, а только предлагаем его читать Писание, приглашаем в группу разбора, понимаете как?
То есть, чтобы он питался вот этим. Теперь так, еще Афанасий, такое высказывание. Только Бог, кто вызвал людей из небытия, может быть способен снова вызвать их после того, как они пали в ничто, угрожавшее им. Ну, вызвал людей из небытия. Только Он, Бог, может быть способным снова вызвать их, это уже как Христос, да? После того, как они пали в ничто, угрожавшее им. Еще кто, историк сказал, история догмы в IV веке – это история жизни Афанасия. Это история жизни Афанасия. Арианская, это историк Карташов, арианская лихорадка трепала церковь 60 лет. А лихорадка христологических споров – это следующий шаг. 250 лет. Она износила церковь до утомления, расколола Византийскую империю, унесла в ереси миллионы душ, отняла у греческой державы весь иноплеменный окраины Восток. Какие мы все друг для друга еретики. Это уже дело, будущие христологические споры. Действительно, Византия перестанет существовать. Она расколется на две части, а потом будут арабы. Арабы захватят эти осколки. Дом, который сам в себе разъединился, не может устоять. Вот. Арианство. Это религиозно-философское учение, осужденное на Никейском соборе. Мнение Ария. Не потому Бог избрал Христа, что Он по естеству имеет нечто особенное и преимущественное пред прочими сынами по существу, и не по какому-либо естественному отношению Его к Богу, но потому, что, несмотря на изменяемость своей природы, Он через упражнение себя в нравственной деятельности не уклонился к худому. Так что, если бы равную с этим силу показал Павел или Петр, то их усыновление немало не отличалось бы от его усыновления. Взгляды Ария. И вы помните, когда один из богословов сказал, что у многих отцов была христология усыновления. То есть Арий просто откровенно высказал это. Но подобные мысли усыновил его за его заслуги. Карташов сказал, величие соборов в борьбе с арианами и антитринитариями в том, что отстояли головокружительную мысль церкви, что человек может ипостасно соединиться с Богом, что он призван волею Создателя обожиться. Это решение было принято против боязни, трусости и желания вообще ни о чем не думать, чтобы в кавычках не гордиться. Якобы это гордость, против мнения, что всякая работа мысли от лукавого. Вот Карташов так сказала. Это великая победа. Головокружительная мысль церкви, что человек ипостасно может соединиться с Богом, и что он призван волею Создателя обожиться. А под словом ипостасно что не подразумевается? А сейчас вот будем об этом говорить. Сейчас впрямую очень вопрос. Можно вывести разум. Здесь очень дальше будет все хорошо сказано.